Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня будем играть в криминалочку на сервере Deluxe Roleplay. Здесь уже снимал серию, я же здесь стримил, короче, кто помнит. И сегодня мы посмотрим, что же здесь еще есть. Да, вы не ошиблись, у меня вертолет стоит за спиной, да. Нам нужно забрать свой елич, потому что я, по-моему, забыл его припарковать. Какого-то хрена, хотя его... у нас же бэха есть, точно. Я про нее забыл. Точно, точно, точно. И гелик есть. Только что на... Это нормально, что я зашел в игру, мне кто-то машину расхуярил? Ебать, страховка этого не покроет. Ёбаный в рот. Вот это сильно, ладно. Да тут я зашел, тупо тачка разбитая. Как на ней что, типа, ездить потому? Интересно. Какой-то рыжик, ладно, поехали. Блин, бэх, конечно, четко на этих дисках, вообще просто охрененная машина. Надо поехать ее починить хотя бы, я думаю, потому что на разбитой машине тоже неохота ездить. Посмотрим, что здесь еще есть интересного. Так, все, тачку починил, давайте посмотрим, что у нас здесь еще есть. Ну, ДПС смысла не вижу ехать, давайте... О, промокод какой-то. Давайте тоже попробуем написать его. Промокод... Так, Кирилл Гейм. Топ. Так, сейчас. Что там даются? Даются 150... 1500 кредитов. Потом лям с половиной, 6 уровень. Ну, нормально, что, круто. Выйдите промокод, если что, вон он, написан. Так, поехали, короче, в Арзамас. Нужно лицензию купить. Я вспомнил, блин, я же здесь лидер, по-моему. Сейчас, давайте посмотрим. Или нет. Или да. Да, я лидер русской мафии, блин, я забыл про это вообще. Так, давайте на базу туда съедем. Я вам ее покажу, кто на стриме не видел. Я здесь же в русской мафии лидер, я забыл вообще. Давайте доедем по Бэрику на БМВ. Кстати, вот эта дорога мне больше нравится, реально, чем вот этот подвесной мост. Реально, как-то более живая такая, знаете. Можно хорошо в поле улететь. Поэтому вот эта дорога мне больше нравится, намного. Лучше бы на Мазинге именно такую дорогу сделали, согласитесь? Ну, поинтереснее выглядеть как-то. И дальнобойщикам было бы прикольнее ездить, я думаю. Так, чуть-чуть на красный проедем. Я, кстати, блин, я ствол здесь покупал, оно светело у меня, да? По-моему, да, оно светело, но сейчас глянем. Или стоп, где тут и ствол было? Его, походу, брали? Блин, мое ствол убрали. Ну ладно, ничего страшного. Но мне, по-моему, светело, я забыл за него заплатить. Когда стрим закончил, забыл за него заплатить, короче. Так, давайте бачком дадим. Здесь бонус, кстати, 100 миллионов, 99 левел, да? Да, 99 левел. Не, ну неплохо, чё, неплохо. Так, по-моему, где-то моя база должна быть здесь. Сейчас посмотрю, какие там тачки есть. Вообще. Ух ты, нихера себе так. Ага. Ну я бы вам их и так показывал. Так, давайте ворот откроем. Для начала. Окей, так, открыть. Хорошо, все откроем. Вот мои тачки тут, какие на базе находятся. База на самом деле прикольная такая. Кто не видел ее. Так, нужно мне взять 500. И еще надо 500 взять. Не, не могу я больше брать. Давайте оружие все сделаем. Положить материалы. Нет, не положить, надо сделать оружие. Вот, так, изготовить оружие. Давайте дигл сделаем. Видите, какой он замененный дигл? Так, и тут оружие. АК-47. И давайте шотган еще сделаем. Так, и еще давайте МП-5. М4 давайте еще возьмем. Нормальный такой набор у нас, оружие чисто. Я думаю, этого хватит. Кейс смешает стрелять, ну ладно. Так, здесь у нас, по-моему, качалка или зона отдыха, я не помню. По-моему. Да, сейчас онлайн почти забитый сервак, короче, 50 лотов только, но слоты будут увеличивать. Здесь у нас, типа, качалочка, там все дела. Сейчас покажу тир. Покажу тир.
Если вы действительно хотите, чтобы я здесь играл, то ставьте лайки, пацаны, и я буду доборы здесь делать, короче, если вы хотите этого. IP группа Modpack будет, если что, в описании. Так, вроде бы я все вам здесь показал, машинки вот и так далее. Девятка, по-моему, здесь одна была, да? Блин, я не помню команду, как фильм смотреть. Ладно. Так, ага, фургон, видимо, кто-то взял все-таки. Наверное, да? Бэхи у нас стоят. Давайте что-то, может, возьмем их из этих машин. А бэху свою оставлю, только что взять такое? Митсубу, БМВ, Мерседес, может, взять. Давайте джип этот возьму, Митсубиши. И на нем поедем, короче. Я думаю, будет вообще топчик. Давайте скриншотик забабахаем. Вот такой вот. Чё не убирается? Во. Четко. Просто четко. Все, поехали. Давайте закроем забор. Чтобы к нам никто не заезжал сюда. Так, стоп, закрыть. Закрыть. Все. Так, и погнали. Кататься. Бэха пусть здесь остается наша. Посмотрим, сейчас лицензии купим. По-моему, у меня их не все лицензии есть. Блин, было бы круто еще какой-то бизнес купить. Но, блин, они все здесь выкуплены все. Поэтому что-то сейчас поищу, постараюсь найти. Но они, скорее всего, все выкуплены. Так, пацаны, тут клуб по ГОЗу стоит. Может, чекнем, что там. Я бы инту сейчас посмотрю. Может, я его куплю. А то мало ли, что там. Клуб, кстати, неплохой. Но можно его купить, конечно, он по ГОСУ стоит. Можно его и купить. Бутылки можно пробивать. Это, конечно, топчик. Короче, давайте, наверное, клуб этот купим. Будем здесь тусить. Два этажа здесь есть. Как наверх только подняться, я без понятия. Так, стоп, чуть-чуть. Тут вообще можно наверх подняться? По идее, да, можно как-то же подняться. Ладно, короче, наверное, берем его, да? Клуб этот. У нас по ГОСУ стоит. Так, Бу-У-Бис. Все, я купил его. Не забывайте пополнить счет бизнеса. Окей. Я купил, короче, себе клуб, пацаны. Это, конечно, крутой пацан. Так, надо лицензию мне купить там. Как-то Б-панель, по-моему. Б-панель. Информация о бизнесе. Можно информацию мне в бизнесе, алло? Что-то не нажимается. Может, нам лицуху надо на бизнес купить? Ладно, поехали тогда к лицензиям. И там уже посмотрим. Так, тут у нас лицензии покупать. 43 лайн. Ну, почти сервак забитый, кстати. Почти. Ну, люди здесь играют, значит, им здесь нравится. Так, лицензия на бизнес, во. Так, лицензия сюда, вот. Давайте все лицензии купим, короче, бабки имеются, поэтому... Так, у вас уже есть лицензия такая. Так, и это что? Наружу. Наружу, у меня даже лицензии наружу не было. Прикольно. Ладно. Теперь Б-панель работает хотя бы. Странно. Так, открыть бизнес, ставить цену за товар. Цену за вход. Только для клубов и баров. Доступ запрещен. Что за бред? Ладно, может возле бизнеса надо находиться, я, честно говоря, не знаю. Ну да ладно. Поехали, что-то еще. А, давайте оплатим. Тут где-то банк есть? Или нет? Вон, есть банк. Все хорошо сейчас. На бизнес таких баблица. Баблица, да. Чтобы он не слетел. Передай привет. Данил Семенов, привет тебе. Так, давайте теперь оплатим бизнес. Чтобы он у нас не слетел. Так, перевод другому игроку снять. Так, пополнить. Давайте положим сюда. 5 лямов хотя бы положим. Пополнить счет бизнеса. 5 миллионов положим. Все, я думаю, нормально. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кому понравился сервер, ставьте лайки, там, заходите, играйте. IP группа Modpack будет в описании. И всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.